Всем привет, ребята, вы на моем YouTube-канале, и сегодня ночью, то есть, ну, завтра, у меня уже будет день рождения. Ну, а сейчас немножечко не по теме, я хочу вам показать, какие новогодние игрушки на елку мы сегодня еще докупили. Итак, вот такого Деда Мороза красивенького мы купили. Это будет на елочку, вот. Как тут написано, Дед Мороз новогодний, да? Да, игрушка на елку. Дед Мороз новогодний, вот такой вот. Потом дальше вот такие вот три игрушки на елку. Обычные розовые. И вот такие, они как персиковые больше даже. Идут тоже три игрушки на елочку. Вот такие вот новенькие игрушки. Ребят, я, знаете, как всегда, хотела сегодня не спать до 12. Но, как всегда, как только я задумываю не спать в этот день, у меня уже просто красные глаза. И, в общем, как только я задумаю не спать, именно запланирую то, что вот я сегодня не буду спать, дождусь 12. Я хочу спать. Хотя сейчас только 10 вечера. Вот. В общем, мы сейчас приготовили Наполеон. Чтобы завтра это все уже не готовить. И перемазать нужно коржи. Вот. И потом я иду спать, потому что я лучше завтра раньше встану. И будет все окей. Потому что если я сегодня до 12 не буду спать, завтра я проснусь без настроения, потому что я буду хотеть спать. Это логично. Вот, в общем, да. Сейчас я иду ложиться спать. Кстати, знаете что? Я не увидела то, что сейчас 10 вечера, и мне приспичило выпустить влог. Я его только что выпустила, но я думаю, сейчас его в основном никто не будет смотреть, потому что уже как бы 10 вечера, все отдыхают. Я не знаю, почему я решила сейчас именно выпустить влог. Я поставила крем на подоконник, чтобы он немножечко быстрее остывал, потому что я уже очень хочу спать. Но он не хочет как-то особо быстрее остывать. Кстати, готовили мы Наполеон, я не помню, говорила или нет, но вроде бы я в начале видео говорила, то, что мы Наполеон готовили, ну мало ли, может я что-то просто торт сказала вам, и все может быть. В общем, я вам говорю до завтра, спокойной ночи, сейчас вы увидите кадр уже с завтрашнего дня. Привет, сегодня у нас наконец-то понедельник, и наконец-то в этот понедельник у меня выходные. У меня уже начались каникулы, поэтому я начинаю вам регулярно снимать влоги. Итак, сейчас я... У нас утро, я пришла, сейчас буду мыть голову. И еще сейчас, после того, как я помою голову, у меня в планах повыбираться вот в этом шкафчике. Вот в этом, потому что здесь уже нереальнейший бардак. И меня это очень раздражает. Вот здесь прям все напихано. То есть вы можете увидеть, то, что здесь прям все напихано. Вот так вот. Поэтому сейчас помою голову. И буду убираться в шкафчике. Ребята, я уже помыла голову. И сейчас будем убираться в шкафчике. Мне нужно еще вот эту вот штуку. Она стояла вот здесь вот для стирки. Но она пока что не нужна. Потому что есть другая, просто вот это есть, а вот это. Вот поэтому, ну, потому что не нужна, ее тоже нужно будет как-то уместить в этот шкаф. Я вас пока что сюда поставила, и сейчас буду. Начнем с первой полки. Это, кстати, у меня новый гель для душа, вот такой вот. Очень классный. Так, буду сюда ставить все. Потом это будем распределять на гели для душа и так далее. Антисептики. Тут очень много всего. Поэтому сейчас будет ускоренная съемка. И это еще даже не одна часть. Это все я сейчас переставлю сюда, потому что меня уже не очень даже видно в этом всем. Эту штучку вот так вот. Мне уже просто здесь некуда все выкладывать реально. Поэтому пустой флакончик.
Классно, да? Мне тоже это нравится. Все. Немножечко все туда. В общем, начала разбирать вторую полку. Вот первую уже полностью разобрала. И нашла какой-то шампунь. Но он почему-то в пленке. Я сначала подумала, может быть, он типа где-то открылся и немножечко вытек, и поэтому в пленку замотала его. Но я даже не помню, чтобы я заматывала его в пленку, поэтому сейчас откроем, понюхаем. Ура! Я его открыла, и он тут вообще запакованный скотчем. Ну, мы сейчас его откроем. Честно? Ну, вот так просто обмотанный, я не понимаю, как его снять. А мне интересно понюхать. Ага, вот так. Нашла. Я нашла, где снять. Так-с. Открываем. Клубничный запах. Очень ярко клубничный запах. Честно говоря, вот за вот этот вот шампунь я просто навсего забыла. Я даже не помню, откуда он у меня. Ужас. Но есть здесь похожий. Похожий он там, в душе. В общем, вот, я здесь все выложила, вот тут еще немножечко. Вот, и сейчас это все буду сортировать и вкладывать. Здесь очень много порошков, поэтому я их не буду вытаскивать. И сейчас что-нибудь сюда поставлю, такое, что сюда не влезет. Так, все, начинаем складывать все назад. Вначале буду ставить самые большие, вот такие вот. Вот сюда вот. Так, вот их сюда, как поближе ко мне. Потому что сюда. Так, вот это тоже большое. Вы это все уже видели, поэтому я не буду каждую штучку показывать, рассказывать. Я делала очень много обзоров. Если вам интересно, то посмотрите в моих влогах, которые были раньше. Вот. Я это все рассказывала, поэтому не хочу просто по несколько раз все рассказывать. Вот. Если вам интересно, то перейдите и посмотрите. У нас вот этих шампуней просто кучу. Просто кучу. Ужас. Один и те же. 5 штук. Давай-ка. Куда это все ставить? Надо как-то быстрее использовать шампуни, потому что уже их нету доставить. Все, ребята, все впихнуло, все вместило. Но зато теперь там огромнейший порядок. Это все нужно выкинуть, купить еще скотч. Все. Вот такая была мини-уборочка. И сейчас я еще хочу помыть зеркало, потому что, видите, здесь чуть-чуть есть. В общем, такие пятнышки. Поэтому сейчас помою. Ну вот и все. Зеркало помыто. Теперь оно выглядит очень красиво. В общем, ребята, я уже одела свой вот такой вот новогодний свитерок. Ну как новогодний? Он на самом деле обычный, но он у меня новый. Вот я его недавно только приобрела.